Я еще не доехала. А меня уже встречают. О! Вы это видели? Какой красавчик. А? Нет, я все понимаю, конечно. Ну, не до такой же степени, что я опять фиг знает сколько хожу, а грибов нет. А? Так нельзя. Вот комары есть, а грибов нету. Слышите, как жужжат? Сожруть меня нафиг. Поеду в другое место. Уже так много прошла. И вот все, что нашла. Их нет вообще. Даже не видно, что срезали. Еще там как-то. Но мы не унываем. Мы будем искать. Пока будем собирать то, что находим. Таким образом я могу с вами собирать и не отключаться. Ну, конечно, двумя руками-то было бы быстрее. Но вам же тоже интересно со мной грибы пособирать. Правда? Поэтому будем собирать так, как любят знатоки сбора грибов, срезая. Главное, нож не забыть. Ну, так срезаешь, одни шляпки остаются. А в ножке тоже, ведь вкусненькие. Ну, чуть-чуть есть. Спасибо лесовичочку за это. Вот. Ну, гриба очень мало в этом году. Даже не мало, а его нету. Просто. Поэтому будем искать. Вот деревьев поваленных в этом году очень много. Кругом. Но у нас были очень сильные ветра, как и у многих в этом году. Так, поедем искать елочки. И искать под елочками. А что делать-то? Ничего не остается. Так, Любочка, ты куда забрела? Идем к машине. Будем переезжать на другое место, потому что так дело не пойдет. Совсем. Мох нахожу второй день. А нам мох с вами не нужен. У нас мха много уже. Пока. Пока. Нам нужен с вами грибы. Все татары, кроме я. А грибов нет. Странно, да? Такие дожди были. И они не вылезли.
Росы много. Я сегодня очень рано поехала. Должны быть. А нет. Так, все. Пробираюсь к машине. И едем в другое место. Ну, это то место, где мы с вами в том году подосиновики косили. Прошлась, тоже ничего нету. Уж не стала вам камеру включать. Ну, нету. Пусто. Вот один встретил нас. И в прошлый раз один встретил. Но, девочки, это знак, мальчики, что они будут здесь. Но попозже. Видать. Пока ничего нету. И вообще ехала дорогой, даже машин в этих местах нет обычно. Машин, знаете, сколько много стоит. Даже не пойду дальше. Поедем в следующее место. Я приехала опять в это же место. Говорю, может, я где-нибудь здесь пропустила. И вначале как, ну, заходила в лес. И там же выходила в прошлый раз. Лисички как оставила маленькие. Так они маленькие сидят. Они нисколечко даже не выросли. Говорят, лисички быстро растут. Нет. Быстро не растут они, оказывается. Грибочки. Вы тут остались? Ещё. Я приехала. А ты, говорит, нас уже собрала. Хорошего помаленьку. Ну ладно, еще давайте разочек. Красиво сделаем. Давайте. Пожалуйста. Там листики. Думала. Грибочки. А нет. Там листочки. Как поют птички. Такие елочки маленькие. Походим, побродим. Все-таки здесь мы их находили большими. Может, где-то пропустила и чего-нибудь найдем. Ведь под каждую елочку заглянуть невозможно. Хожу, гуляю, слушаю пение птичек, дышу свежим воздухом. Пока ничего не нахожу. Только кучу деревьев поваленных нахожу. Ой, да что я сегодня всю паутину собрала. Солнышко в глаза светит сегодня. Паучок-то на меня не сел. Ты сейчас поползешь, и я буду громко кричать.
Я умею. Так. Тут мы не пройдем. Вот они. Пуплятки совсем. Ну, что их брать? Они в сушилке даже проваливаются. Грибочки. Вы где? Выходите. То уйду от вас. Не прячьтесь. Я кругом прошла, что ли. Вот так в лесу всегда. То, что вон валяется, тает. Вот здесь, значит, не ходила. Полезем тут. Может, чего найдем. Приехала еще в одно место. Здесь низинка такая. Может, здесь удача улыбнется. Но если уж и здесь нету, то, значит, ждем дождя. Тоже смотрю, здесь такие же маленькие елочки стоят. Где им есть где спрятаться? Ну, в лесу сухо даже тут. Несмотря, что низинка. Ух, что-то нашла. Чуть-чуть. Радости, как будто поляну нашла. Ё-моё. Что-то. То ж, ну, столько проехать километров и домой вообще без гриба приехать. Так нельзя. Ну, конечно, хочется в одно место приехать, набрать и счастливо уехать. Ну, так не бывает. Ой. Хоть чуть-чуть. Вдруг повезет. И целая полянка появится. А? Пока полянками нету. А вот по чуть-чуть есть. Жареху хоть набрать, ёшкин кот. Кот ёшкин. Девочки, прям почти что поляна. Ё-моё.
Да такие уже большенькие. Почти что. Вот в этом году не хотят они вылазить совсем. Обиделись. Сухо. Вот и все. О, девочки, я гиганта нашла. Ё-моё. Фу-фу-фу. Видали? О, какая. О, какая. Гигантище. Прямо-таки. Блин, если поискать-то, попадается что-то. Где-то еще видела. Ну, это, блин, столько проехать. Так неинтересно. Комары, хватит меня кусать. Я вас кормить сегодня приехала. Получается. Хоть вы сытые, то хорошо. Грибульки. Давайте хоть по чуть-чуть, уж не до поляны прям. О, видали? Что-то в ведерке появляется. Капелюшечку. Ой. Вон они прячутся. А? Вот попробуй найди их. А вот еще одна. Сидит. О, лошадка, пони. А здесь масенькая. Тоже заберем. Не зря сюда лезла. Память не изменяет. Помню, что в том году здесь находила. Вам ничего не видно, конечно, но как-то так. Ой, ой. Так. Вот еще семейка. Вот еще. Ой, девочки, погодите. Девоньки еще нашла. Пришлось отключиться, там не могла собрать. Так, вот еще прячутся. Так, комары, хватит наглеть. Вы уже поели. Все наглеете. Ай-яй-яй. Вон, срываются прям чистенькими. Фу. Да, проще поляну собрать, чем вот так по одному грибочку. Ну, а что делать? В ведерке прибывает. Ничего не поделаешь. Раз их нету. За это спасибо лесочку. Огромное. Ох, красота.
здесь посмотреть. Сегодня столько паутины много. Кругом и всюду. Так. Куда пойти? Куда податься? Что-то там вижу. Не пойму, что. Не наши. Вылазим обратно. Да. А в том году здесь много собирала. Если дождя не будет, грибница не проснется. Я опять в паутину влезла. Паучки, простите, пожалуйста. Я сегодня вас везде сломала, вам придется работать заново. Господи, что-то сегодня в каких-то дебрях я нахожу. О, вижу опять. Чуть-чуть. Опять в дебрях. Еще чуть-чуть. Они уже высыхают на корню. Сушить не надо. Уже готовые. Солнышко светит. Ничего не вижу. Топаем к машине. И по пути к домой, мне уже не говорится, заедем с вами еще в одно место. А вдруг там удача улыбнется. Хотя мы с вами там не так давно были. Ну, как не так давно. Недельки. Может, две назад. Ничего не было. Может, сейчас все появилось. Хотя не помню. Дождя, по-моему, не было. Идем к машине, а сама опять в другую сторону иду. Ну, а вдруг? Удача улыбнется. Вот чуть-чуть сюда заверну. Идем наверх. Чем глубже в лес, тем их вообще нет. Еще у краешка что-то есть чуть-чуть. А в глубине нет вообще ничего. О. Хоть чернички съесть, что ли. На халяву почти что. Ой. Сладенько какая. Мы здесь уже с вами были. Все, едем в другое место по пути к дому.
Приехали мы с вами еще в один лес. Какой сухой вообще. Прям очень сухой. А, кора какая хорошая. Смотрите. Ну, мы с вами не за корой. А за грибами. Новые зрители, наверное, думают, Люб, зачем тебе кора, зачем тебе мох? Девочки, у меня орхидеи, кто не знает. И есть еще один канал. Навряд ли здесь что-то будет. Посмотрим. Уж очень сухо. Это то место, где машины слышно. Где мы с вами подберезовиков черных много собирали в том году. Но это было после дождя. Вот каждый лес, и в каждом лесу по-разному дышится. Самый первый лес сегодня, вообще в нем очень тяжело дышалось. А вот здесь вот прям легко. Вот тоже елочки маленькие. В них в том году я тоже лисички собирала. Сейчас пройдемся. Тут, в этом лесу вообще сухо. Вообще очень сухо. Вон, какашки чьи-то лежат. Интересные. Так. Лосиные, наверное, следы лосиных. Нет, дошла до низинки. И ничего нету. Ой, падаю. В горку поднимаюсь. Ну, вы нагулялись, наверное, сегодня со мной, да? Я так вот нагулялась. Сейчас приеду домой и упаду. Шла я такая, шла. Видите, сколько пуплет. Сейчас возьму самые такие. Покрупней. Они все. Они больше не вырастут. Они высохли. Вот эти возьму. А вон там еще. Офигеть. Вон, можно выбрать кое-что. Сейчас повыбираю. Дождик нужен. Вон они. Хотят вылазить. Точнее, вылазили. Ну что, это все сухари.
Вот здесь может. Да, вот это нормально еще. Давайте возьмем. Все, уже близко подхожу совсем к дороге. Где-то еще видела. Ну все. Они все сухие. Вот стоят. Тоже сухие. Эту возьмем. Я сюда заехала, это не просто так. Я знаю, что они здесь бывают. Вон они. Вон. Так, сейчас что-нибудь вышкребим. Здесь тоже. Вот-то. Хорошее. Вот-то. Смысл их оставлять, они высохнут. Но мы для пользы заберем. Вот, а вы говорите, что нас сильно дожди заливают. А вот нифига, они местами. Вот, стоят сухие уже. Совсем. Вот еще в елочках да в мхе кто спрятался. Чуть-чуть насобираем. Так, ладно, полазю здесь. Может, что наберу. Какой-то коршун тут летает, блин. Иди отсюда. Я несъедобная. Хоть меня жрать сегодня. Все, девочки. Не пустая все-таки. Все-таки. Спасибо лисочку. Лисовичочки. Лисовичочку. Не говорится. Угу. Пить хочу. Поехала домой. Проехала сегодня очень много. В этом лесу очень много лисичек. Но они все сухие. Вот. Чуть-чуть выбрала совсем. Ну. В общем, если дождя не будет, смысл в лес ездить нету. Потому что грибы вышли, пока сырая земля была. И на этом месте остановились. В зародышном состоянии. Если где-то под елочками. Ну, сегодня облазила все, что возможно, где знаю. Ну, а где не знаю, вообще смысла лазить нету. Но я все равно счастлива. То, что я сняла видео для вас, то, что я погуляла, подышала. Ну и не пустая все-таки. Еду домой. Не знаю, сколько, 8 литров набрала, наверное. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии на Дзене. Всем мира, добра, здоровья и всего самого-самого хорошего. А самое главное, полных ведер и дождичка у кого нету. И нам тоже.